Всем привет! Сегодня хочу рассказать о правда классной вещице, особенно если вы фанат Ведьмака. И, кстати, я недавно выбил платину. И, честно, это было трудно. У меня не так много платиновых трофеев, но эта платина и правда была трудной. Особенно из-за собирательства карт. И, конечно, я доволен, что в своей любимой игре у меня платина. Медленно, но верно, потихоньку идем к цели первой 1000 подписчиков. Так что, если не подписан, подпишись, поддержи мой канал и помоги мне в этой цели. Ну и не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. В общем, мне давно что-то хотелось по вселенной Ведьмака, поэтому и появилась фигурка Геральта, кстати, обзор есть на канале. И теперь вот Ведьмачий медальон. Долго выбирал, потому что есть несколько магазинов, и, естественно, медальоны у всех разные. Но увидел вдруг классный медальон от Мастенариум. Когда-то в ролике у Ивойс с Ребуса. И прям очень захотелось такой же. На выбор там есть этот медальон из нескольких металлов. И есть возможность сделать его с камнями и без них. Я выбрал из Низельберга и с красными фианитами. Мне так больше понравилось. Хоть и, конечно, каноничнее было бы взять без них. Эта версия стоит 3000, и серебра стоит дороже. Медальон уже достаточно давно стоит у меня на полке, и я решил сделать видео и рассказать о нем. Сам медальон пришел вот в такой красивой коробочке. Если заказывать из серебра, то коробочка будет вроде другого цвета. Медальон очень красивый, полновесный и очень похож. Прям копия медальона из игры Ведьмак 3. Он тяжелый и очень качественно сделан. Кому интересны размеры и вес, прикреплю картинку. Сам медальон состоит из двух половинок. Видно немного места стыка, но это точно замечаешь не с первого раза. Хотя и правда создается такое ощущение, что он цельный. И создавался из одного кусочка металла. И я так точно не скажу, что он полый. Но мне кажется, если бы он был бы не пустой внутри, изготовлять было бы тяжелее. Да и вес бы увеличился. И цена. Сам оскал головы волка сделан великолепно. Все эти изгибы, морщинки, эмоции переданы очень хорошо. Нравится сам цвет медальона. Сделаны такие прикольные потертости. Красиво. Зубы, кстати, острые. И все вот эти части тоже островатые. И это добавляет такой дерзости. Как бы правда ощущается, как настоящий ведьмачий медальон. С обратной стороны медальона изображены знаки, которые вам всем известны по игре. Выполнено качественно и ровно. И честно, единственное, что отличает его от игровой версии, это камни в глазах и то, как сам медальон крепится. Для удобства ношения медальона добавили вот такое кольцо, чтобы он ровно висел, и, кстати, это очень продумано. Единственный минус, который я нашел и о котором хочу рассказать, я заметил, что не очень ровно приклеен камень с одной стороны, но это не критично и не очень заметно. Но сказать я должен был, но зато это ручная работа. В общем, это точно лучший подарок для всех любителей Ведьмака. И у Мастенариум получилось сделать его очень хорошо. Медальон правда как в игре и очень красивый и качественный. Я понимаю, что можно заказать и с Алиэкспресса, и, кстати, у меня такой есть. Но разница, конечно, колоссальная. Во-первых, с Али он полый. Не вырезали зубы, более темный металл по цвету, и нет ощущения, что он прям металлический. Это не то, как я считаю. И я думаю, если вы фанат, то лучше купить что-то покачественней. А медальон от Мастенариум можно и на полочку поставить, и надеть на что-то тематическое. Взгляды и интерес точно гарантированы. На этом видео подходит к концу. Если тебе понравилось, то оцени видео лайком и не забудь подписаться на канал. Ты поддержишь меня и не пропустишь новые ролики. Напишите в комментариях, кстати, о своих любимых играх и, может, у вас есть что-то интересное по ним. Там фигурки или интересные коллекционки, или вы что-то хотите по ним. Мне будет интересно почитать. Ну и как всегда, получайте от игр только удовольствие и будьте здоровы. Всем пока!